Но все в наших руках, в конце концов. Сейчас мы пойдем с прямиком на босса, на котором закончили в прошлый раз. Это Годрик, насколько я понимаю. Или не пойдем? Не, давай не пойдем. Стартовую локацию хочу изучить. Ну, с босса не хочется начинать. Во-первых, не все присоединились. Во-вторых, я не разыгрался. Надо вспомнить, на какую кнопку переката, на какую кнопку парирования. Замогилье. Вот так вот. Причем я здесь, ну, только-только пришел. То есть, по сути, перебрался через мост и пошел по левой дороге. Блин, вообще похоже на босса. Да я ж... Я слышу, ставлю таргет, жму блок, а они все равно пробивают. Ну, погнали, пробуем. О, босс. Дуэлянт, хранитель могил. Две пушки, запоминаем движение, стараемся отыгрывать от блока, бежит. Раз, два, три. Он, кстати, довольно слабенький с точки зрения ХП. Да, довольно простой. Но у него мало ХП. Убили. У него очень мало ХП. И довольно слабые удары. То есть тут как бы просто какой-то лайтовый босс. Не знаю, это... Может, это не босс был вовсе, но вроде как дуэлянт написано. Большой железный боевой молот для гладиаторских боев. Его владелец некогда сражался в Колизее. Тяжелый молот без труда разбивает доспехи, а крупный клевец предназначен для колющих атак. А, он типа такой. И такой, и сякой. На стартовой локации много контента. Босс, что ли? Тут мини-боссов, да, это похоже на босса. Кто? Ага. Лоскутик? Да ладно. Ух ты, тоже интересней. Пробивает, конечно, классно. Сдаюсь, обнимаю белый флаг. Все такое. Подлец. Пощадили. Я не сомневался, ты исключительно разумный человек. Войти. Ребят, входить или не входить? Или рановато реально? Да чего сомневаться, погнали. Ой, дурак. И где я? Ой. Ё-моё, рыцарь Шейка Дарвил. Блин, у него болит. Черт, я вот не знаю, что с ним делать. Блин. Сейчас блит. Какая грязь. Плюс смерть. Ну, шустрый новый мувсет и... Невозможность в блоке посидеть, потому что у тебя накапливается блит. Что он какой-то пригорюнившийся. А, может, он спит. Ну, просыпайся еще. О, блин, сразу половина хитов. Ни хрена себе ты. Ай. Неприятно.
Ага, плохо. А, вот это еще хуже. Нет, на ровном месте просто. 40, 40, ну нельзя так умирать, Миш, нельзя. С Богом. Бастард Леонин. Нифига себе урон. Нет! Нет! Все молодцы такие, сделали 1 000 000 ограничений на количество смертей, на первое прохождение, на волков, на чтение подсказок. И вот поди сыщи этих людей, которые накидали ограничений в чате. Не помогут волки особо, говорят. Ага, не помогут. Да как? Чуть-чуть. Съешь его. Съешьте. Почти убили. Минус 10к. А, без призыва. У нас в базовом челлендже без призыва духов. Ну, ё-моё, ну... Нет! Твою мать! Нет! Блин! Да я уж думал, что все на безопасном расстоянии начал пить. Погнали. Все easy. То призывами не пользуйся, этих волков не вызывай, хп не качай. Ай, душные. Двуручник с гибридным клинком. Опа. Ну, двуручники, скорее всего, тоже будут мимо. Сила 40. Капец. Короче, ладно, друзья, пойду отдыхать. К черту, не хочу, сори. Уже успел расстроиться, уже челлендж провалил. Останавливаемся на 50 смертях и идем отдыхать. Завтра увидимся с вами вечерком на АТР Капио по Варкрафту. Да сегодня еще стрим был дневной по Варику один, потом фуфарщика другая. И чуть-чуть поиграли, совсем чуть-чуть. Сори, что я расстроился, не хочу без настроения играть. Все, спасибо, что смотрели, спасибо, что зашли на ГГ. Увидимся с вами завтра вечером. Пока-пока-пока.